12 боев, 18 спортсменов и полные трибуны зрителей. Девятая эра чемпионов прошла в Тюмени и запомнилась очень эмоциональными поединками. Соревнования по смешанным единоборствам проходили напряженно не только для участников, но и для болельщиков. Рев трибун особенно усиливался, когда на ринг выходили тюменские спортсмены. Их было пятеро, и каждый достойно представлял наш город, тем самым усложняя работу судей. Тяжеловато, соперники равные по силе, по мотивации, поэтому очень тоненько получается принимать те или иные решения. Вы сами видите по боям, которые проходят, и уровень подготовки спортсменов очень хороший. 4 часа зрелищных боев пролетели незаметно. Тюменцы взяли 2 награды, одна из которых самая главная. Иван Быков стал победителем в титульном поединке за пояс чемпиона мира среди профессионалов.